Це ранок, доброго ранку. Доброго ранку вам. Я представлю наших гостей. Отже, давайте познайомимось. До нашої студії завітали Михайло Український, двократний чемпіон і переможець одного з найдовшого сертифікованого пробігу у світі, який тривав рейс на 3100 миль, який тривав у Нью-Йорку. Так? Так. Як хлопці сказали, це дуже серйозно, дуже-дуже, 3100 миль, 10... це в кілометрах навіть 5000. 10-добового пробігу самоподолання, і я так розумію, багатьох інших різних пробігів, конкурсів і фестивалів, всіх не перерахуєш. Так, а також Олександр Марченко, президент обласної громадської організації «Марафонська команда Шрішін-Моя», капітан команди міжнародної факельної естафети «Бігу світу по південному регіону», так? Так. Це Миколаївська, Херсонська і Одеська область. Вітаємо вас в нашій студії. Ось у нас, бачите, у нас люлік. Це привіт із Золотого Лелеки. Ви і туди завітали, як ми знаємо. Як вас занесло у Рибаківку з Нью-Йорку, пробігом з Нью-Йорку? Ну, мене пригласив Олександр на пробіг по дитячим лагерям «Всемирний біг гармонії», в смысле «Всемирний біг міра». Мені дуже подобається ця ідея. Продвижение такого простого способа бега и здорового образа жизни вот, для детей. Может быть, Саша лучше расскажет о самой этой акции. Що це за акція? Да, і здається, у нас є фотографії. Ну, ви розповідаєте, а ми подивимося. На русском языке, да. Біг міра – це ігра, факельная эстафета, где с факелом передают пожелания мира, добра, любви, единства. Игра, в которую мир играет с 87 года. Это каждый год у штаб-квартиры ООН Нью-Йорк на площади Дага Хаммершмита. Проходит урочистая церемония. Приглашаются очень известные люди, консулы, послы разных стран, известные музыканты, спортсмены, политики. И 6 факелов уходит на 6 континентов. Нічого собі. В своє время, да, так, очень известные люди. Мир участвует весь. Да. Украина участвует вот уже практически 26 лет. 350 тысяч украинцев держали этот факел. Среди них известные Бубка, Подкопаева, спортсмены Блохин, Борзов, президент Кучма с женой держали этот факел, да. А с тех людей с мировым именем это были Нельсон Мандела, Горбачев, Иоанн Павел II, Папа Римский, Мать Тереза, звезды Голливуда, Шварценеггер держал, да? Ричард Гир, да, Карл Льюис, 9-кратный олимпийский чемпион. И для детей мы делаем 3 года подряд вот такие пробеги, для того, чтобы они почувствовали себя гражданами мира. Арнольдом и Шварценеггером. Да, поддержали этот факел, передали свои пожелания дальше, другие страны, вот, и наша страна. В этом сейчас как никогда нуждается. И вот в рамках фестиваля «Золотой Лелек» нас пригласили, мы были в детских лагерях Очакова, Рыбаковки и Коблева. Затем через 2 недели мы бежим по детским лагерям Одесской области и Херсонской. Нас пригласили в рамках фестиваля, значит, в день закрытия вот, провести, познакомить детей, мы за это очень признательны. Что детки відчували? От були у вас відгуки? Ви бачили, як у них очі засяяли? Михаил, мне интересно было бы его мнение услышать, поскольку он человек. Как дети воспринимали вот это мероприятие? Мне кажется, очень хорошо, потому что ну, вот дети, они как бы всегда более восприимчивы к идеям, чем мы взрослые, потому что мы, как правило, зашорены в наших ежедневных заботах, беспокойствах, попытках там как-то выжить, устроиться в жизни. А у детей они открыты, у них сердца открыты, они сразу воспринимают вот эти высокие идеи гармонии, счастья, прогресса, самопревосхождения, то что мы на своих длинных забегах пропагандируем. Вот, ну и то, что вот этот сам простой момент, когда касаешься факела, и миллионы людей его касались, дети чувствуют эту энергетику очень быстро. Очень быстро видишь в их глазах вот этот отклик. И то, во что взрослым иногда сложно поверить, да? Для детей нет проблем никаких. Это как мечта, да? Это как мечта, да. Вот она, ее как бы пощупать нельзя, но она работает. Это самое мощное, что вообще как бы может быть.
Немножко о вашем спорте расскажите. Это марафонский бег, как я понимаю, да, бег на выносливость. Я бы даже сказал ультрамарафонский бег. Вот все, что выше марафона, вот это то, что мы бегаем. Ну, 5000 километров – это не слабо, да, мягко это, говоря. Это замечательная идея, которая пришла в голову, ну, вот организатор этого пробега Ши Чинмой. Он вообще был очень продуктивный на идее человек. Вот он этот бег придумал, и вот этот сверхдальний забег о 5000 километров – вот он был призван показать, что, несмотря на то, что, казалось бы, 5000 километров в голове не укладывается, да, и вроде бы как это сделать, но, тем не менее, это возможно, люди это делают, и это может вдохновить очень многих людей просто начать бегать, например. Ну, за вами побегли дети? Конечно. Вы их надохнули? Конечно. Может, конечно. Чемпион вот, уже? Вот, может, опять же, я вижу, как это работает, чемпион. Да, вот когда Саша говорит, вот смотрите, у нас в команде человек, который пробежал 5000 километров, дети, о, 5000 километров, о, и мы сейчас побежим. Дети бегут, вот, сломя голову просто, и это очень вдохновляет. Форестом Гампом не называют? Бывает, бывает, но в отличие от Фореста Гампа мы немножко более организованно бегаем. Я думаю. Это мы бегаем по кругу, городской квартал в Нью-Йорке, тоже удивительно, кстати. А то есть это по кругу идет дистанция, да? Да, по кругу дистанция. Это из точки А в точку Б. Нет, нет, дистанция по кругу тоже добавляет некоторые сложности, но с другой стороны проще, потому что есть станция поддержки, ты всегда рядом с водичкой, всегда можешь, в общем, для здоровья никакой опасности особо нет. Скажите, вы давно начали заниматься вот этим видом спорта? Я також хотіла поставити подібне запитання, як все почалося, тому що, можливо, нас зараз дивляться і батьки, і їхні діти, от як дитину ту ж саму відірвати від телевізора і сказати, а ну, біжи, сынок, бежи. Выключить телевизор. Вот это первый шаг. Ты означаешь, что он побежит. Да, первый шаг, конечно, выключить телевизор. Второй шаг, может быть, поучаствовать в факельной эстафете, которую вот Саша проводит. Потому что когда много людей вокруг бегает, то вдохновение приходит как бы само собой. А вот, поэтому нужны спортивные соревнования. Вот, а в моем случае я уже бегаю 13 лет. И, то есть начали в дорослом віці. Да, до этого я занимался. Свідомо. До этого я тоже спортом занимался, восточными единоборствами, карате, айкидо и так далее, и так далее. Вот, но затем я познакомился с этой философией самопревосхождения и начал с 3 километров, 2 мили, классическая дистанция. Вот, и без специальной обуви какой-то. Были шиповки такие, знаете, китайские. Да. И так потихоньку, с каждым разом больше. Главное не убивать себя, а вот это самопревосхождение должно происходить плавно и изнутри как бы. Вы принесли нам фотографии, так? И с фотографиями повязаны. Да, к сожалению, не лучшего качества, если вот можно. А вы покажите. Камера наехала. Вот, да. Финиш, да. Михаила в 2014 году, в прошлом году, первое место. Ну, если можно, то покажите. Да, очень хорошо. Это в Нью-Йорке, мабуть, так? Да, это да. Нью-Йорк, жилой квартал, Квинс, 883 метра, круг, бетонка. Сзади бежит сестра с флагом Украины, да. Вот они стоят на... Это вот цифры сзади, это мили. Да, это ага. Мили, первое место. Сколько отмечают, да? Да. Ага. Вот. Ну и вот еще одна фотография, Михаил на бегу кто-то. Угу. Уловил момент такой. Вот. Так. Это в процессе, так сказать. Это в процессе, да. Скажите, какая средняя скорость вообще этого бега получается? Ну, скорость сейчас мы как бы не считаем. Мы считаем среднесуточный пробег. Пробег. Но вот моя средняя была 112 километров в день. Да, и вот скажите, ну вот получается бег несколько суток, получается, по сути, да? 44 дня мне это заняло. Да, мы стартуем в 6, финишируем в 12 ночи. То есть перерыв на сон краткий, да, и побежали. Да. А что найважче вам? Что, это самоподолание называется, так, угу. Проект? Что вам особисто приходится долати в себе? Основная проблема, конечно, в уме, потому что тело, как ни странно, привыкает, и у нас, нам Бог дал такое тело, которое просто такой инструмент, который просто нужно добавлять энергии, и он будет работать. И те, кто пытаются себя беречь, это, как правило, не работает. А вот те, которые используют свое тело на все 100, те и живут долго, и здоровье у них хорошее. Вот. Но в уме проблема у нас в основном.
ум постоянно сомневается и спрашивает, за что ты это делаешь, зачем оно тебе надо. Твой инстинкт говорит, остановись, да. Как вам удалось себе переконати? Вот в сердце, погружаешься в сердце, и там море вдохновения. И как это ни странно звучит, как это нам несложно взрослым поверить, вот то, что дети воспринимают сразу на беге мира, это вот то, что ты погружаешься в сердце, и там не только черпаешь вдохновение, энтузиазм, но и вот этот вот источник энергии, он тоже там. И каким-то образом ты туда погружаешься во время длительного бега, и оно оттуда взрывается просто искрами, фонтаном, салютом. Причем дети оказываются насколько восприимчивы, что происходит такой взаимообмен. Мы видим, что дети раскрываются, и мы потом от них начинаем это чувствовать. Да, заражаться. Вот, еще одна фотография, да. Здесь вот три украинца в прошлом году, долгое время они первую неделю вообще держали первых три места с 15 человек бегущих. Вот, и когда мы были в детских лагерях, был один лагерь в Коболево в прошлом году, политехник, это Львовского политехнического института. И когда мы детям сказали, что в данный момент проходит этот пробег, и первые три места, вот первая неделя была пробега, держат украинцы, ну дети просто вот взорвались, это были слезы, слезы радости, пожелания те, которые они говорят, они, это вот о мире. Раньше дети говорили о шоколаде, о счастливой семье и так далее. Последних два года... Меняется вот, время, да. Меняются приоритеты. Да. Скажите, пожалуйста, а вот с какого возраста лучше всего детям начинать бегать, как вы считаете? Дети могут бегать, когда они хотят. Вот. Конечно, не нужно детей младшего возраста, может быть, сильно вдохновлять бегать марафоны, потому что это все-таки сложная дистанция. Вот. Но ежедневные пробежки 3-5 километров никому никогда не навредят. Вот. И чем хорош еще ультрамарафон, тем, что прайм возраст для такого вида спорта 45 лет. Основные достижения, основные рекорды были поставлены в этом возрасте бегунами. Ваши побажания нашим глядачам? Бегайте. Не отчаивайтесь, никогда не сдавайтесь, и знайте, что внутри вас, в вашем сердце есть все, что вам нужно на самом деле. Ну, мира стране, мира этим людям, они заслуживают этот мир, и долгое время Украина была страной, которая ассоциировалась с миром. Им хотелось бы, чтобы этот статус-кво вернулся, и мы все делаем для этого. У нас девиз факельной эстафеты «Мир начинается с меня». Отже, дякуємо вам, що завітали до нас. Бажаємо нових спортивних досягнень і успіху у вашій благородній справі. Дякую.